Привет, вы на канале Тимох4. Сегодня я сниму то, что можно купить в магазине Магнит города Нижнего Новгорода. Берем вот такие вот макароны за 17 рублей 99 копеек. Магазин вот такой небольшой. Идем дальше, смотрим. Тут продаются такие вот конфетки, булочки, хлеб, чипсы тут вот. Это вот алкоголь, это все такое вот. Парки тут, трубочки всякие, вот напитки и всякие вот энергетики. Напишите, ребят, в комментариях, хотели бы вы себе столько энергетиков в холодильник за бесплатно, а? Берем вот такие вот чипсы Lobster за 99 рублей 90 копеек. Мы были в таком магазине, не знаю, как магазин называется, Магнит, но телескоп.